мой выбор – разделить себя с миром. Делись. Знай, твой собственный ответ – единственный, который у тебя есть. И пойми, твой путь – только твой. Никто не сможет прийти к своему собственному уникальному ответу, следуя за тобой. Но разделяя свой путь с другими, ты можешь им помочь. Прочувствуй и вырази свой ответ во всем его великолепии. Помни, что для других он может послужить ступенью на их собственном пути к великолепию. Однако твой ответ не приведет других людей ко всему тому, чем являются они. Делись своей истиной, не привязываясь к мыслям о том, как ее воспримут другие. Делись, потому что это доставляет радость твоему сердцу. Делись без потребности в подтверждении своей истины, и ты обнаружишь ее глубочайшее подтверждение внутри себя. Пойми, тот, кто претендует на обладание истиной, не опирается на собственную силу. Некоторым, чтобы поверить в свое послание, нужны внешние подтверждения. Эти люди выбирают потребность в том, чтобы другие верили в их личную истину. Только тогда им удается по-настоящему поверить в себя. Они боятся остаться один на один со своей истиной, и потому устраивают вокруг себя целый спектакль. Люби и уважай таких людей, но не участвуй в их спектаклях, если не хочешь жить в их реальностях. Познай свою истину и поделись ею с другими. Именно для этого ты был рожден. Чтобы сделать это, необходимо избавиться от чувства стыда и вины. Тебе придется осознать, как много стыда и вины ты носил в себе, сам того не ведая. Тебе придется встретиться лицом к лицу со своим «я», таким, каково оно есть в действительности. Прочувствуй развивающуюся в тебе истину и поверь в нее. Незачем ждать, пока в нее поверят другие. Чтобы в полную силу жить своей истиной, не нужно ничего одобрения. Знай, ты способен прочувствовать истину столь интенсивно, что ради этого чувства согласишься идти своей дорогой в одиночку. Приняв же одиночество, ты перестанешь быть одиноким. В тот самый миг, когда ты найдешь в себе смелость разделить свой путь с миром, он в ответ начнет делиться богатствами с тобой.